сегодняшнее мое видео будет на бьюти-тему, как вы должны были догадаться из заголовка. Сегодняшнее видео о некоторых экземплярах моих духов. Я очень опасаюсь слова «коллекция», потому что, мне кажется, коллекция духов, сумок, косметики — это когда человек вот прям что-то скупает, и оно у него лежит вот красиво на полочке и как-то не пользуется. У меня нет коллекции духов, у меня нет 40 баночек духов, у меня есть несколько, которыми я пользуюсь. Я люблю иметь несколько духов, да, но это не коллекция. Здесь у меня с собой на Мальте есть 3 упаковочки, баночки, коробочки. 2 я привезла с собой и 1 купила в duty free, когда летала в Италию. Так, начну с того, что я привезла. Привезла я вот такие вот Hugo Boss Intense. Они очень такие мужские, мне кажется. Когда я их нюхаю, мне как-то ассоциации возникают с какими-то мужскими запахами. Мне кажется, там есть какие-то такие теплые нотки, определенное дерево, сандал. В принципе, у меня почти все духи такие. Я люблю полувосточные, древесные ароматы, тяжелые ароматы. То, что можно назвать скорее вечерними ароматами, чем такими дневными. Розовые цветочки, лютики и ромашки — это все не про меня. Свежие морские запахи — это все не про меня. Я люблю тяжелые, древесные запахи или что-то очень необычное, какие-то необычные сочетания. Вот это такой тяжелый запах. Стойкость у него, наверное, на четверочку. На четверочку, наверное, стойкость. То есть, если утром перед выходом, да, я сюда как это сказать, попшикала. Плохое слово, но окей, попшикала. Где-то, наверное, до вечера запах не доживет. Определенно, до середины дня вполне, вполне. Но в платках и в одежде держится очень долго. У меня баночка 50 мл. Покупала я его, дай бог памяти, зимой этого года. В феврале, может быть, где-то так. Вот. И у меня половина использована. Честно говоря, мне немножко поднадоел. И я стараюсь его как-то быстрее израсходовать, да, часто им пользуюсь. Покупала я его по чьей-то рекомендации на YouTube, кстати говоря. Я люблю покупать запахи по рассказам. Странно, но да. Я не люблю. Когда я прихожу в магазин и начинаю нюхать, или в Duty Free начинаю нюхать, у меня просто как-то через 2 минуты уже начинает болеть голова, я уже ничего не соображаю, ничего не покупаю. Поэтому я покупаю запахи по описаниям, по рекламе, по тому, что говорят на YouTube. Если мне нравится, как человек рассказывает о каком-то аромате, я его куплю, скорее всего. А второй аромат, который покупался вместе с Hugo Boss, я так опытом решила взять, это Лолита Лемпика. Как оно называлось? По-моему, оно называется Лолита. Да. Лолита Лемпика, Лолита. Такое вот яблочко фиолетовенькое. С таким здесь, видите, интересно. На как бы веточку яблока нужно нажимать, чтобы вышел запах. И это тоже из той же серии. Это более сладкий аромат. Честно говоря, он мне сначала вообще не понравился никак. Покупала я, по-моему, его после видео Вики 3000. Он тоже восточный, но он не такой тяжелый, он не такой сильный. Он, скажем, более дневной, более легкий. Там есть какие-то восточные нотки, что-то такое, чем пахнет в индийских магазинчиках, но мне кажется, там нет дерева, нет сандала, нет чего-то такого. Это такой приятный, но достаточно легкий аромат, поэтому у меня он вообще практически, да, вот тоже 50 мл, вот это вот здесь чуть-чуть израсходовано, как-то он у меня вообще не идет, поэтому я и брала
их с собой сюда, в надежде, что я их как-то израсходую. Тут у меня тоже как-то плохо. И новиночка моя, которая мне очень-очень нравится, это Estee... Боже, но не будет видно. Estee Lauder. Вот так вот называется. Я не знаю французского языка. Я догадываюсь, что это переводится как чувственный черный. Но я не буду коверкать. Я оставлю внизу название. Я не хочу произносить это, портить. Осталась у меня еще коробочка. Такая вот упаковочка. Такая плоскенькая. Приятненькая. Открыли. И это просто мой запах. Я его как почувствовала. Это было, когда я зашла в Duty Free, это почему-то было первое, на что у меня как-то упал взгляд, что я понюхала, взяла и пошла дальше. Потому что это просто, это мои духи. Это очень тяжелый, очень вечерний аромат. Это сандал, это дерево, это бергамот определенно. Есть что-то кисленькое. Держится долго, кстати. То есть, опять-таки, если с утра брать, то практически до вечера. Вечером он будет не такой сильный, но его хватит до вечера. Это 100% вечерний аромат или зимний, осенний аромат. Летом, конечно, мне кажется, таким тяжеловато пользоваться. Но и летом прошло. Хотя у меня не прошло. Это я хвастаюсь. Вот. И летом может быть слишком тяжело пользоваться, но сейчас вот уже осенью глубокой, зимой, это великолепный запах, он будет греть определенно, он выше всяких похвал. Тяжелый восточный вечерний запах. Такой деревянный, мне нравится. И не сказала я про Лолиту стойкость. Стойкость, мне кажется, самая слабая. С утра, может, если утром я имею в виду 8 часов утра, часов до 12, мне кажется, их хватит, не позже. Ну, приятно, тоже приятный запах можно иметь в своей коллекции, но не, вот эти не куплю больше. Нет, не куплю. А если Lauder так запомню, что есть такой хороший запах, можно вернусь к нему. Это было все, что я имею вам сказать о духах. И спасибо за внимание. Пишите в комментариях, какие ваши любимые духи, чем вы пользуетесь, что-нибудь, может быть, посоветуете из таких тяжелых вечерних ароматов. Спасибо за внимание и до новых встреч. Ата-та-та-та!